Набираем цепочку, состоящую из воздушных петель. На пятой петле цепочки выполняют 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и 2 столбика с накидом. Пропустив в основании 2 петли и связав 1 воздушную петлю, вяжут столбик без накида. Пропускают 2 петли в цепочке и вяжут 1 петлю. 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика в 1 петле основания. Видео специально подготовлено для сайта у natashki.dp.ua.